называется «Кафе у бобра». Каждый день в 20 вечера за синтезатором появляюсь я. Играю много старой советской фигни. Женщины просят про гранитный камушек в груди. Мужики заказывают Владимирский Централ. Однажды один мне ее 10 раз подряд заказал. Как бы я ни смотрел, работа не фонтан. То ли дело у моего друга-пианиста, начальник Горонян. Вообще я с высшим музыкальным образованием. Родители хорошо занимались моим воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти. Тут или лабухом быть, или бор мести. Программа типичная, не дать не взять. И каждый день кто-нибудь нажирается и начинает ко мне приставать. И чтобы как-нибудь разнообразить собственный трек-лист, я решил запеть свои песни, ведь я голосист. Сочинил песню, пою ее иногда для местных армян. Песня про то, как вора закрыли. Слезливая такая история с простым припевом. Еду в Магадан. Еду в Магадан.